Привет, привет, ребята! Я Свинка Пеппа. И сегодня мы с вами будем читать очень интересную сказку, которая называется «Три поросенка». Она очень-очень интересная. Поэтому садитесь поудобней и давайте поскорее начнем. Три поросенка. Жили-были на свете три поросенка. Братьев поросят звали Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Целое лето они веселились, играли в высокой зеленой траве, беззаботно грелись на солнышке. Пришла осень, стало холодно и дождливо. Перелетные птицы отправились в теплые края, листья на деревьях пожелтели, солнце уже не так сильно грело, и ветер был не таким теплым и ласковым. «Пора подумать о зиме», — сказал как-то Наф-Наф своим братьям-поросятам. «Давайте вместе построим теплый дом, где никакие морозы нам не будут страшны». Но Ниф-Нифу и Нуф-Нуфу никак не хотелось браться за работу. «Успеется! Мы лучше погуляем!» — отмахнулись братья и умчались играть на лужайку. «Тогда я буду один строить себе дом», — сказал Наф-Наф. Только когда лужи по утрам стали покрываться льдом, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф взялись за работу. Ниф-Ниф построил себе домик из соломы, а Нуф-Нуф из прутьев и тонких веточек. Он подумал, что такой домик будет теплее и прочнее соломенного. Наф-Наф, самый умный из братьев, построил себе прочный и теплый домик из камней. В таком домике зима будет не страшна. А еще он сделал крепкую дубовую дверь с засовом, ведь в соседнем лесу жил злой и страшный серый волк. А волк уже давно наблюдал за поросятами и однажды, проголодавшись, решил, что пора их съесть. Сначала волк отправился к Ниф-Нифу и прорычал. «Отопри дверь! А не то я так дуну, что твой дом разлетится!» И волк начал дуть. Соломенный домик тут же разлетелся, а Ниф-Ниф побежал к Нуф-Нуфу. Поросята едва успели закрыть дверь перед носом у волка. «Отоприте дверь, глупые поросята! А не то я так дуну, что весь дом рассыплется!» Грозно зарычал волк и стал дуть. Непрочный домик Нуф-Нуфа, построенный из веток и прутьев, тоже быстро рассыпался. Поросята едва успели увернуться от волчьих зубов и, что есть духу, бросились к домику Наф-Нафа. Они пулей влетели в его каменный домик, дрожа и повизгивая от ужаса. Наф-Наф быстро запер тяжелую дубовую дверь на засов и затопил печку, чтобы братья согрелись. И тут раздался стук в дверь. «Эй, отоприте, глупые поросята! А не то я так дуну, что дом разлетится!» — рычал разъяренный волк. «Попробуй!» — спокойно ответил Наф-Наф. Волк стал дуть изо всех сил, но сколько он ни дул, ни один камешек не сдвинулся с места. Вдруг волк поднял голову и заметил печную трубу на крыше. «Я заберусь в дом через трубу! Все равно съем глупых поросят!» – прорычал голодный волк. Он забрался на крышу, потом в трубу и упал прямо в огонь. Взвыл волк и бросился в лес. Никогда еще ему не было так больно. С тех пор братья Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф стали жить вместе в крепком и теплом каменном домике, радоваться, что холодная зима и злой волк им теперь не страшны. Ну что, ребята, как вам, понравилась эта сказка? Мне очень понравилась. Это одна из моих самых любимых сказок. А какая у вас любимая сказка, напишите мне в комментариях. А с вами был канал Конфетки ТВ. Если вам понравилось это видео, ставьте ваши пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!